сратые видеообзоры. И сегодня я расскажу вам про фильм «Без кожи». Это, наверное, комедия для наркоманов, но, типа, смотреть было очень весело, я немножечко о нем расскажу. Фильм начинается с того, что какой-то мужик выжигает себе на коже какой-то хуйнёй какие-то буквы, типа, как казалось, что это буквы, типа, блядь, английские, начало слов названия фильма, но это так, не суть, это для умных, короче, вот, а, типа, если говорить о фильме, то... Начинается с того, как мочит какого-то старика, короче, мужик с железным лицом, он на него накидывает какие-то рыболовные крюки, ну, которые размером вот типа с руку такие здоровые, вот такие тройные, короче, там в три стороны, вот, он что-то кидает крюки в мужика, который едет по трассе, типа мужик дохнет, какой-то старик, типа, вот, ну, это так, отсылочка небольшая, вот, а вообще, едет семья по дороге, короче, блядь, все заебись, вот, там мужик бородатый, баба страшная и их дети, короче, вот, они едут, такие, как заебись, как весело, короче, что-то останавливаются, встречают какую-то тёлку, она говорит, вот, там, типа, проходите, сейчас я вам тут, типа, там, что-то покажу, вот, хуй пойми, короче, а они... подходят к какому-то дому, типа, она их приглашает, они заходят в дом, там какие-то БДСМ-штуки висят, какие-то крюки там, блядь, хуйня, типа, девочка, которая их дочка сначала удивляется, такая, типа, они говорят, да нет, все заебись, нормально, вот, такие приходят, садятся за стол, она начинает представлять всех долбоёбов, которые там присутствуют, типа, вот это вот, что-то, какой-то, блядь, карлик, то ли вот тарелочка, то ли, блядь, блюдце, короче, карлика зовут Блюдце, он тусит с тарелками, сидит, короче, натирает какие-то тарелки, один чувак там с железным лицом, типа, другой там что-то, ну, и, короче, какая-то странная хуйня, вот, и что-то там, баба говорит, что она вегетарианка, блядь, кому-то что-то не понравилось там. В общем, они режут ее отца, потом вроде как сразу же... сначала они режут мать, потом они... Потом карлик блюдцем режет отца, короче, кидается блюдцами в него. Вот. Она со своим братом бежит в лес, карлик с тарелками бежит за ними, блядь, и что-то типа, ну и кто-то, короче, брата рубит вот так вот пополам, ну, типа, брат распадается просто на две части, блядь, вот, она в ахуе стоит там, вот, и что-то, там еще был чувак с таким огромным мозгом, типа, вот, и его зовут Мозг, типа, и он говорит, хочу эту тёлку взять с собой, короче, вот, он берет ее с собой, что-то, блядь, они ее запирают в какой-то комнате, которая обклеена газетами. Что-то начинают там тусить все. Потом приезжает какой-то мужик, там что-то, то ли у них кафе какое-то, блядь. Приезжает мужик. Она говорит, спасите меня, пожалуйста. А он с ними заодно, короче. Все такие улыбаются и переглядываются. Вот, потом, ну, ее никто не спасает. Потом ее наряжают в свадебное платье. Они что-то, блядь, привязывают ее к какой-то тачке, типа там едут с карликом, с тарелками. Вот, она, типа, такая привязанная к тачке в начале, в самом тачке, типа, едет какая-то тачка там навстречу, там сидят двое жирных чуваков-близнецов, у них в багажнике еще несколько мужиков, короче. Этот мужик, который рыболовными крюками кидается, начинает кидаться рыболовными крюками, блядь. Вот. И начинают убивать мужиков там, типа, блядь, что-то перепрыгивает к ним в тачку, начинает рубить их топорами, короче. Вот. Жирный близнец, который за рулем тормозит. Что-то типа потом, как его убили, я уже не помню. В общем, остался один-единственный там выживший мужик. Он такой из багажника вылезает. Что-то там его валят на землю. Эту тёлку отвязывают от... капота, вот, типа, ведут ее к этому мужику, который лежит, заставляют ее взять песок в руку, типа, она сыпет песок ему в рот, он дохнет, и карлик начинает танцевать, короче, я вот хуй знает, зачем это нужно было, вот, типа, карлик все время танцевал по любому поводу, короче,
Вот. И типа, ну, карлик потанцевал, и все, короче, там следующая сцена, что она сидит у себя в комнате, которая обклеена газетами, и к ней в комнату приходит этот чувак, который с большим мозгом, и она такая что-то улыбается, говорит, ты хороший, потом берет ему мозг, вырывает, типа, вот, он что-то корчится, истекает чем-то зеленым. По-моему, я ничего не упустила. Вот. Потом она начинает там что-то там искать, ну, что-то там бегать, искать там все подряд, пытается всех мочить там. Вот, еще момент. Типа, в этот момент приезжают какие-то три мужика. Три мужика и старик с бабой старой. Вот. Трем мужикам одевают какую-то хуйню на лоб. Вот. Один из них берет ту хуйню, снимает со лба. И кто-то берет там, нажимает на кнопку, и у него взрывается рука, короче. Вот. У остальных взрывается голова с этой хуйней, короче, на лбу. И старуха говорит мужику, типа, своему старому, типа, меня заебал карлик, убей карлика, короче, вот. Мужик бежит за карликом, что-то, типа, карлик начинает метать свои тарелки, блядь. Вот, и что-то, типа, ну, и потом мужик начинает, короче, бить по ебальнику, вот, что-то там у него кровище течет, и это он берет карлику, отрывает голову и куда-то там швыряет, она попадает на мимо проезжающую тачку, там какие-то, ну, типа, чуваки, ну, это, типа, смешная комедия, в общем. Вот. И чего? А, ну карлика, в общем, дед замочил, стал пить. А, что-то он попил крови с его головы, короче, блядь. И с карликом, в общем, все. Ну, в этот момент-то баба пробирается в самую главную хуйню, там, где у них сидит этот создатель, короче. Вот. Что-то там начинает рушить какие-то аквариумы ебаные. А баба там питается в шею от какой-то хуйни, она ей перерывает провод. Потом кто-то. А, мужик с железной головой, она что-то там по нему ток пускает. В общем, всех она убила. Вот. Отомстила за свою семью. Ну и потом такая, ну, типа, всех убила, все, заебись, на мотоцикле едет, короче, к ментам. Типа, помогите, помогите, там вся моя семья мертва. А мент достает топор, короче, она кричит, нет, 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 типа, вот. Ну, я думаю, то, что, ну, как там не показывают, как все закончилось, но вроде как все закончилось хуево. Так что, долбоебы, смотрите, долбоебы. До свидания. Удачи.